Мы всегда говорим, мы не инвалиды. Пара ребриков только больше стало. Прогрессирующая полячка. Ну да, но это нас не сломило. Ревматоидный полиартрит. Мы до 9 лет были здоровые. Как мы там заболели с братом, мы начинали вообще в домашних условиях заниматься. Там и спандеры, и гантели. Понимали, что нужно себя держать в тонусе по мере взросления. Потом уже вот брат начал кёрлингом, там фехтованием пробовал заниматься. Потом мы узнали, что есть регби на колясках. Да, тяжелый вид спорта. Там, если на скорости в тебя влетят, а ты перевернешься, то ничего страшного, это же регби. Кандидаты в мастера спорта. Я еще вхожу в состав сборной России по регби. Люди некоторые удивляют, ну типа говорят, что вы и так в инвалидных колясках еще там выходите себя калечить. Каждый мужчина, я считаю, должен держать себя в форме, стараться, по крайней мере. Вот это у нас за чемпионат России медаль. Вот еще у Андрея тоже за чемпионат. Мы неоднократные призеры чемпионатов. Но мы выступали около 6 лет за сборную Кузбасса. У нас в Новосибирске не было команды. И вот мы создали... Ну, нас трое уже. Нас трое, это уже команда. Ну, главное заинтересовать, я думаю, люди подтянутся, мы начнем. Дай бог, все получится, заметят, присоединятся. И сами занимаемся, и активно там ведем там соцсети, выкладываем. И люди хвалят и говорят, продолжайте в том же духе. На вас посмотришь, и наши проблемы – это пустяки, типа. Везде понемножку, вроде как и не зря. Польза есть и для себя, и для людей. Мы, Андрей и Павел Павленко, развиваем паралимпийский вид спорта регби на колясках в городе Новосибирск.